Сегодня некоторые кировчане нашли работу по душе. В Кирове прошла общегородская ярмарка вакансий. Любой желающий мог посмотреть вакансии, пройти собеседование или оставить резюме. Ярмарку вакансий организовал Центр занятости населения города. Мероприятие прошло на площадке ВятГУ на Преображенской, 41. Кировчане встретились с крупными работодателями региона и получили консультации по вопросам трудоустройства. Также на мероприятии можно было узнать о возможности профессионального обучения и переподготовки, получить подробную информацию по специальным программам от Центра занятости населения и заполнить анкету резюме в Банк кадрового резерва. Здесь у нас присутствует сегодня более 30 предприятий, вакансий тоже большое количество, более 300. Востребованы, конечно же, у нас инженеры различного профиля, строительные профессии, педагоги, социальные работники, эксперты, то есть специалисты и с экономическим, и с юридическим образованием, то есть разнообразный спектр вот таких профессий, продавцы и так далее.